Эксперты из Турции поддерживают инициативы Казахстана по интеграции исламского мира. В Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям Нурсултан Назарбаев предложил создать форум из 15 передовых стран в формате «Большой двадцатки». Политолог из Турции Куршат Зорлу объяснил, какие перспективы у этой идеи, и выразил мнение, что ядром этого клуба может стать Казахстан. Если суммировать средства, выделенные исламскими странами на науку, то они составят 1/5 от аналогичных расходов западных стран. То есть европейцы тратят на науку и технологию больше 5% от ВВП, а мы чуть более 1%. Это очень низкий показатель, и, соответственно, его надо увеличивать. У Казахстана крепкие связи как с Западом, так и со странами исламского мира. Я считаю, что ваша страна могла бы играть важную роль в решении научно-технологических проблем в рамках ОИС-15.